Все живой с консолом. Ну, или МФТ5 ебашит нормально. Но насколько я могу верить Метасирус, типа... Ну, они нормально дамажат. Не топ ДПС, не днище ебаное, нормально. Нормально сбалансированный класс. Ну, так сейчас все почти... Все вот в Т5, вот почти все 30-ку, ну, кроме АДКшников. Ну, ебать, АДКшка, нахуй. Я ахуй, блядь, 42 тысячи, что это такое? Потом, блядь, арканы, 39. Да как так-то? Мозгом играют. Смотри, головой. Бля, мутик, еще один. Да, мозгом играют. Вот мутики, еще один класс, который мозгом играет, блядь. Беги, Войт, беги. Ты чего сделал? А, он ведет на трэш. Я натравил на Войда, короче, чумного. Так может мы хоть, ну, прочистим там? Трубу. Ладно, хули. Защитим Войда. Ну да, типа. Сейчас, может, Витя, типа, раздуплится. И нормально. Мы пока зачистим. Чё, по ощущениям, вот АДКшки и арканы переапаны, все остальные более-менее ничего. Тут, конечно, еще энхи какие-то интересные цифры показывают, но я в энха не верю. Энхи я тоже не верю. Ну, ДПС сложно реализовать на энхе. Все-таки ему надо стоять бить. На манекенах, да, классные цифры. Блять, одну механику добавь, пиздец. Алло, нахуй, где изменения, блять? Где мои нахуй? Я ж тебе сказал, работ был, обнову нет. Где мои 5%, блять? Буду в другой раз. Приходите потом. Ну, я не знаю, почему там 33, но вчера я смотрел... Диспел! Заливайте скорее эту дуру! Вчера я смотрел ДПС на умерстве, что в рейдж нанес в робота 36 тысяч. Я не знаю, что там тебе показывает Метасирус. Все, я умру. За 4 КД? Зато умру красиво. Не ебет. Хорош. Это стан. Стан. А нехуй, блять, опаляющий свет вижу. Зато умру красиво. Как герой. Вот для чего, короче, ты опять открыл, чтобы красиво умирать. Я понял. Если как Гейлорд умрешь. Не, Горь, как Гейлорд умрешь ты. Хорошо, я специально. Давайте реально сыграем, короче, этот на диче в одного танка. У Гейлорда, я думал, ты предложишь. Напрягся уже немножко. Это потом добавится. Такое, да, это что за игра такая? Это уже можно после ссылка сказать. Нормально. В клаку зайдем, то начнем. Бля, ну такое ощущение, как будто я реально меньше стал, но цифры, походу, забыли дописать. Нет, даже обновления никакого не было, лампчик ничего не подгружал. Да, было не... Чисто в горах золото валяться может. Это где такое? Тоже хочу. Зачем? Как? Почему черный? Кстати, а вот почему все это называют черный рынок, блять, ну. Почему бы? Я, конечно, догадываюсь. А чё, большого давайте? Мы что же захуярим? Что мне продавали? Дур. Рома, на пульт нахуй дринка. А я думал, негров продавали. Ты сосну въебался, блять. А, ты же не танчишь. Ой, простите, сейчас даже так сделаю. Ебал. Нормально. Ну давай, просто я смотрю, кто танчит. Подожди, обдилку повесил, чтобы тебя не сбрило. Побывало или чё? Ты думаешь, так там мака потестить? Ну так не изменили же. Какая разница? А, точно. А я думал, за Уманыч уже МК давать. Ну... В принципе, можно. Если я не в аркане, откуда у меня это? А, Диман. Зайди на вар моего, взяли на вар моего осмотреть. Ничего там. Глянь, ну что-то, кстати, цифры на себя чуть-чуть стали меньше. Там сзади... Сзади петухи. У него апокалы? У кого? Не знаю.
Дайте Геру, дайте Геру, дайте Геру, дайте Геру. Ой-ой-ой-ой. Ебать, вы чё, рофлите на... Панки моча. Диспел, диспел меня! А похилься, ёпта. Ну все, пока, ребята. Я в космос. Всем пис в этом чатике. Вы глянете, Макс сдох. Я панки моча. Ой, и все, я тем более в космос. Потом крутишь такое, опаляющийся свет. Я в космосе. Все, получается, я тогда вообще не могу играть в этих чудовищ. Можно их просто забить. До первых чудовищ он сыграет, блядь. Да, я в прошлый раз чуть не откис. Да. Тебе, Витя, если б зубы не дал, нахуй, ты подкис. Там надо просить жесткий, блядь, захил, и все. Видно только так, блядь, если давать эту херню. Вам шоты не захиливаются. Да нет, там как-то щитануть норм и будет. Все хорошо. Ой. Где? Щитанулся? А, ты тоже умер. Вайп на собаке. Хилы моча. Так, моча. Не вставайте, сейчас подойду. Маг моча. Сам ты моча. Да все моча. Аркан, там жижа ебаная. Аркан, даже не моча. Арканы умом играют, ты что, блядь? Да-да-да. Я просто ничего не знаю. Тем более моча. Про фрастов ничего не знаю. А просто душой играют. А просто так моча просто. Давай спекайся там своего фуривара. И вы... только паладины играют очком. А у меня вопрос. Ульдуар 10, need heal last slot. Нахуя Ульдуар 10, блядь? Ачива. Трансмоги. Трансмоги, ачива. Да пошли не нахуй. Трансмоги там круче даже. Ну как по мне. Не нахуй со своим ульдуаром. Его понятно, Дима, что... Дима, ты напиши им, подожди, скажи, что будет ульдуар 25 на основе. Это полноценный РТ, скажи еще. Продаем трансмог. Подожди, она же в виде маг Волгарем был, он ливнул, что ли? Давно уже. Пиздец, давно ливнул. Ты че? Че, аксись. Очень давно ливнул. Вы че, блять, меня в хпало заделали, блять, нахуй. Заебали. Давай хиль, ёфт. О, ты перехилил вот Фокса, прикинь. 200к мало, давай еще. А, да даже один кого перехилил. Смотри, ты уже Магнуса догоняешь. Уже, да блядь, да как я сдох? Костя, ты хуёво хилишь. Ты пиздец. Сейчас нахуй пойдешь. Костя моча получается. Вот это... Костя играет головой. Вот это было зря. Вот это было зря. Захиливаю себя, Леху, блять, Вайда нахуй. Ой, сам себя похилит, хили бара, блин, Ивар не хилится сам. Да нахуй ты нужен. Туда его. Ладно, хорошо, я тебя запомнил. Ой, я в Даларан прыгнул. Пульте в кости кто-нибудь. Смотри, чтобы Даларан на тебе. А где Витя-то? Я не знаю, где Витя, но я... Его кто-то тапил. Надо тыкнуть его. Куда нашел вообще? Сука, накинул. Это интересно, вот эти свиньи, которые лежат, нахуй вы это делаете? Просто же встать, добежать уже. Мы бьем нахуй сто лет уже это говно. Я встал, добежал, снова сдох. Найс. Красава. Вот Гоша один нормальный чел из всех вас. Только снова сдох. У меня тоже в планах было встать, но я почему-то тут ранее оказался. Ты тоже хорош. Я старался. Но бездарный. Там ты бездарь. Хороший, но бездарный. Пищи нахуй. В смысле бичи? Мы его убили. Мы не вайф. Всех, кто вот это лежали, блядь, бичи нахуй. Лежали бичи сквозь? Я прибежал и сдох. Да, сказал паладин, бабу прожал и бежал, блин. Я прибежал и сдох. О, Костя, щит отдали? Осуждаю, а сейчас осуждаю. Все, я фурика спеку. Сука, да какого хуя вот это с БС два танковских щита? Где кастерский, блядь? Как алло, нормально. Они лоховские, эти кастерские. Ты начал делать ВХ, все, тебе щит вообще не нужен. Да я, сколько еще не скоро лутать буду, так что... Я когда начну, мы уже жадно, наверное, освоим. И то не факт. Только не это. Только не снова. Там кого-то сожрать, там кого-то сожрать хотели.
Диман, резни, пожалуйста, меня. Пошел ты нахуй, понял? Туда его. Что это меня так? Ну ладно. Ну ладно, ладно, сейчас резну. О. Где ты там? Я вот на чате слежу. Да я вижу, блядь. Меня воскресили не очень удачно. Блядь, бомба. Подожди сейчас. Леха, хоть ты из диспеля, на остальных я уже не надеюсь. Я все время забываю, надо себе вуду. Понятно, диспел. Костя. Надо себе вуду диспел выставить. Хули, блядь, сдохли и лежат, чилят нахуй. Че, сам себя не диспелил? Ну, блядь, вообще-то нельзя, когда ты... Грязный Морти. Кого это волнует? Это жалкое оправдание, Костя. Ты это знаешь, я это знаю, все это знают. Ты жмешь бабл и все, и ты пэдл ран. Ребята, палка пиздец красивая, мне нравится. Ну вот посмотри, как она выглядит. А? Ну вот посмотри, как она выглядит, забудь о ней. Ну, кстати... И не вспоминай. В 20 тел. Нет, так это спокойно все проходит в 20 тел. Просто... Нет, если я в ДД переспекнусь, не танк. Мэтт Фокс, а ты не хочешь пойти почилить? Ну 5 хилов нам точно не надо. Да где чего? Меньше хилов, тоже меньше должно быть. Чё, Костя, где твои кулаки пресловутые? Пресловутые. Там осколки просто падают. Все, ты больше не в очереди. Дай кулак, пожалуйста, Глеб. Я вон там. Так Костя там... дает. Я на касках. Спасибо большое. Нам, наверное, дай надо было типа шкафа. Нормально что-то типа шкафа? Да, да. Количество локов равно нулю. Из кармана шкаф достану. А я слышу твой голос, я думал, это ты, а ты на ком? А я не понял, а почему у меня нет эффекта на палке, блядь, никакого нахуй? У Мэтт Фокса есть, блядь, а у меня нет нахуй. Вон, у нас есть какой-то афлик, /демон экстеншн. Звание тыловик. Виталик, сюда, Виталик. Гениталик? У меня, кстати, главврача зовут Виталик. Можно написать тыловику. Ты что, тоже там медик? Я ветврач. Я же лечу таких животных, как вы. Сори. Нет, таких животных, как мы, ты не лечишь. Таких животных ты, да, не лечишь. Так ты таких даже не видел. Таких животных ты еще даже не лечил, мне кажется. Так что не надо тут пиздеть. Понял, извиняюсь. А зря быканул, да? Все понял? Да. Засунь руку обратно корове, откуда ты ее вытащил. Помассируй и вытащи снова. Вообще там тепло. Я понял. Ну, без рофлов там тепло, уютно. Типичный ветеринар такой. Да там тип, короче. Я себе картинку, короче, нарисовал. Выжившего смотрели все? Ну да. Вот. Вот. Как он там в олене прятался от холода. Или в чем он там был? Или в лошади, или? Нет, я про слово в корове тепло, я по-другому подумал. Костя, где рыба? Гоша, в тебе тоже рыба. Тепло, наверное. Ты канцелятора видишь? Я думаю, мы типа без него убьем. Он пока добежит. Нормально. Ну, ладно. Можно ее полутать, Диман. Разъебем. А сколько там Мэтт Фокс заберет? Угомонись, блядь. Я уже нахуй опять бибу сосу. Да я могу полутать так-то. Да куда, надо. Блядь? На второй шлем, да? Да, второй. А куда второй-то? Сиди, блядь, там, откисай нахуй. Видите, о, рыба. Где Рома пишет, ты два без кольца лутанул, сиди, не пизди. В натуре. Слава, вообще гони рыбу. Так уже стоит. Или ты хочешь еще одну? Ну, так это последнее у меня было. Ага, это просто что? Пак рыб. Уже стоит, но если хочешь, будет еще одна. Леп! Ты кто? Че? У тебя есть апкафласка в СПД? Алкофласка, я могу тебе дать, кстати. О, давай тогда ты сюда. Нет, кстати. Я бы тоже, кстати, заутал. Нихуя. Алкофласка, да. Держи. Кому кидать трейды? Алкофласка. Понял. Справедливо. У меня то БКшная есть, просто впадло ее пить. Да, я вообще БКшный пью, то я БКшный пью только нигде. А чё? А ничего. Мы сюда пришли. А чё, кому там еще алкаш-фласка нужна? Хороший вопрос. Чего сюда пришли? Не пробовал, он в дизе. Да, он в дизе. Молчит.
Кто, Войд? Хитрый. Да. Может, мы там... Поехали, есть. Отчетик, может. Вот и я, отчетик, и давайте там... Ладно, все, давайте, пуляйте нахуй, все, без отчета, давайте, раз, алло, два, три, пуляйте нахуй, давайте, раз, два, три. Алло. ДБМ пул охуенный. Я, блядь, я тебя потом пульну. Понял нахуй? Ну, пуличу, блядь. Ой, со мной рядом приз стоит, ну если что, нахуй нам пизда, зарыгаемся. Я порыгал бы на тебя. Мордаун, все не пишет там. Ты бы на кого угодно порыгал. Это можно. Я двигаться не буду никуда так. Убегайте. Убегайте. Да ты куда там бурфанул? Алло, чудовище, успокойся. Кто? Долманыч. Ну там куда? 18 тысяч несчастные свои дает, там что-то пиздит, там еще речь, там или не дамажит, а сам не лучше, блядь. Я понял. Кстати, Тёма, ты тот самый сердце гром гапнул? Нет. В РНЖу, блядь, наберите, пиздоболите нахуй. Пиздоболы. Да, его пятеро. Глеба, выноси. Ты выноси. Я в бурсте, ты не дамажишь. Ты не дамажишь, слышишь? Я б тебя, блядь, передамажил. Где? Я уже тебе, блядь, догонял, блядь, на бурсте. Отстань от меня. Так, естественно, ты должен его передамажить. Ты в 4, ты 5, нахуй, алё, блядь. Ну так он мне, блядь, не дает этого сделать, блядь, стоит с этой сферой. Ты обязан его передамажить, понимаешь? Ну всё, следующую эту, блядь, буду стоять. Похуй. ГП получит. О, тебя уже Войд догоняет, таки. Я ГП Костя, блядь, дадим. Но, блядь, не выносит. Так я сказал, кому выносить. Сов. И чё? Кто больше дамажит, тот и стоит. А ты не дамажишь. Я третье место по ДП. Выноси давай. Ой-ой-ой. У меня по Тейлсу показывает, что Авилания 5, Джон Буля 3, нахуй. Ну, так а если б я, блядь, не вынес эту херню, то Джон Буря бы Бибу там... Мама, что там говорил про 18-ка? Ну, тебе повезло, так там про 18-ка. Ой, а чё мы... Сука, дебилы, блядь! А походу третий стак не получили. Я дал ШВ. Просто все сбежались в одну точку, вот и всё. Ну да. Красавцы, блядь. Все сбежались. Ладно, я позырёлся. Я не успел нажать глыбу. Лёха, дай диван по кому-нибудь. Это пиздец. Дайте диван, мы перейдём. У меня крест есть, если сдох. Добьём. РДТшников же нормально вроде. А получилось как-то так, блядь, как будто мы все плевали в мире. Два сели по мане. Фокс, дай иннер в бидон. Стелс с АХТМ. А как так получилось? Я вышел на дистанцию. Ну из-за АХТ я не успел нажать кнопку. Заплевали, блядь, Мелизону нахуй. Лавину. Паладины, блядь, баблы не прожали, но... Бичи. Нихуя. Не надо было сбегаться, сука. В натуре. Так а может бы все просто в мили зону нахуй бы сбегались, блядь, со спорами нахуй разбегались бы потом. Так было бы легче. Вот, видишь, бежать. Бля, ну мы же умрем, чё мы мозги там, может мы упадем, там станов начнем. 8 миллионов. Нет, мы добьем эту дуру. На тебе еще. Это за Ломаныч был. Но там минута так-то. Там берса так-то есть. Минута 15. Мы успеем. Чё, слабые что ли? Вы не добьете за минуту, блядь, 7 лямов. Че хилов нету. У тебя, да, еще и 5 хилов лежат. Тогда падаем. Танк моча. Это мордаунт нахуй виноват, короче, я понял. Это все за мордаунт. Че за нуб ты говорит, танк моча? И бабы не жмутся под блевотины. Хорош, вот туда его. Жмутся все. Ладно, все, давайте нахуй без хуйни, блядь. Без чего? Да, Костя, давай без хуйни.
На туре, Кость, что ты тогда исполняешь, сидишь? Ну. Ладно. По-моему, нам сейчас с Глеб. Попутка прилетит. Я уже вижу, там плюс 25 гп. Воин. Макрос вытащил уже, блядь. Палец. Все ручки потирает. Знаешь, он как снайпер вот этот в доте. Палец на курке так и чешется. А чё, может, мы вообще в Дизентир пойдем? Куда? Куда, нахуй? Ну, типа, времени уже можно. И как-то не особо. Можно в Накс еще десятку гер тогда зайти. Мы же 20-ром не закроем. Накс десятку гер? Нахуя? Я в 20-ром это все закрывается. Просто без такого, что сейчас было. У меня вот реально вопрос такой, где-то 10 гер возьмешь это вот, и во-вторых, нахуя? Да там во всем виноват Соломаныч. Да схуяли, блядь. Он меня сбил, и я не нажал глыбу. А иди в жопу, блядь, ты сам лох проебался. Да не, просто бой. Пинг ты вести, блин. Же лаги просто у кого-то. Ты, кстати, Тёма, видел, что карта теперь лучше, чем хэмовская чешка? Ну да, я поэтому не забрал себе чешку хэмовскую. Я знал, что так и будет. Ну да, я тоже говорил, что до апа еще говорил, что типа карта пизже будет. Я бы еще потестил. Рыбу, у меня рыбы нет. Сердце грома и сектант, что лучше из этих двух триников. Ну, как по мне, будет карта плюс сектант пизже будет. Ну, я бы потестил еще, посмотрел бы. Я просто хз. Есть крепкое ощущение, что сердце грома все-таки кряпано. Ну, сердце грома имба, она почти 200 СПД дает, блядь. 192 СПД тупо с нихуя. Ну, любая триня это вот имлевела дает столько СПД. Ну, какая... Да, прикол, наверное, с тем, ну, что там. Ну, открой око и посмотри, соляр триня, они СПДшные, по-моему, обе. По 201, 77 уровень. Блядь, у меня залагало это херня. Книжка когда-нибудь может не лагать? Книжка забей, это хуйня, надо использовать эти. Атлас Лут. Слава. Ты слышишь? Верховный звездочет Солярия, так. Предложение такое, короче, субботний, да. Ну, короче, РТ, субботний РТ, сделать вообще выходные. Да это херня. В эти дни, наоборот, люди играют. А ты хочешь сделать, типа, выходной? Там рейды нормальные стоят. Чтоб у тебя в среду, по итогу, типа, никто не пришел? Так как это середина типа, недели, много кто работает. Поставить какой-то важный рейд просто на вторник, среду. Хочешь, не хочешь, я приду. Ну, если больше, не получается, то хочешь ты, не хочешь, ты не придешь. Пошли убивать, дурни. Дайте пристабов, пожалуйста. Пристабов и отсчет можно давать. Они не придут, все готовы. Они пойдут за Сибирь в пятый статик. Все, идем за Сибирь в пятый статик, нахуй, все. У них второго-то нету, ну. Сейчас будет, мы придем. Там уже место готовится. Магнус АФК. АФК? Это кто? Магнус РП! Магнус, блядь, ты заебал, да ебаная РП. Нахрен с ним, с этим Магнусом? Пошли без Магнуса. Пятый. На ренже пусть стоит вот так вот, а мы начнем. Их не хилить. Ну, минус 2. А что минус 2? АФКши? Ну, АФКша двое. Я их рот, наоборот. Суки. Вы чё? Да и хуй за них. Во, гарнатуре. Отсчёт давай до пол. А ты знаешь, что Акс в доте это самый настоящий армсвар? Блять, мордаунт. Может, перед смертью дает быша? Дурак? Хорош. Магнус не предавал? Давай, отчет, поехали. Ну, признанный интернет умер. Пизда, я думал, мы до 6, блять, это все точно уже закончим и пойдем чилить просто. По итогу, блять. Просто. Ну, я тоже так думал. Поэтому зашел в 5. Просто кринжес какой-то.
Ну, один в мини. Рома, а ты чё стак не получил? Я хз, подошёл. Ну, пофиг. Дубовую прожмешь. Я на ханте. А, ты на ханте. Да, ну да пофиг. Я живущий. А, ну, притворец свой умею хорошо. По-настоящему. Иногда даже слишком натурально. Вентилятор вон. Да что за фигня, второй раз подошел. А, есть так. Сколько, один, два стака, Ром? Ну да, не сдохну. В прошлый раз только же было. Забирай. И на меня бдилку. Мажу. За что? Ломаешь, там бьешь, надеюсь? Да. Надеюсь. А, так вот где мой ДПС. А, понятно. Вот где мой ДПС. Да похуй на этом, на него дадим. Или тогда уже похуй на профи. Нет, не лом. Да где похуй на лече уже. Тусую. Блин, вчера что-то с РПД больше давало слов. Чем? Нормально, Англия, смотри, всего лишь там Т5 и 23 тысячи только жмешь идут. О, осколок, опа, бис. Это мне надо. Остальное мне не надо. Бидон топ ХПС, я понимаю. Понял, хорошо. Кстати, ты уже сможешь моду без ГП? Ну да, по комплексу все. Ну, ну, заебись. Ну, 18-6. Мода ГП. Бля, да, сейчас это... будет конченый босс, сука. Нормальный босс, по кайфу босс. Ну как? На... Не смей, только пыльни. На... Я тебе кольца пыльну в твоей же сумке оба. Тоже на распыл. С гемом такой списался. Сказал, распыли там вот такого-то кольца. Ну и красота. Можно сидеть, просто можно в бета зергануть его через этот. И все. Кровь надо кому. А на кого там квест был? Там осколок кольца. Квест был на леди. Нет. А, в дозвуке на леди дать? Серьезно? Дарнавана надо было спасти. Осколок, да? Да, да, осколок. Ну там получается что, Мэтт Фокс после Аплодиса? Лутай Мэтт Фокс. ГЦ Мэтт Фокс. А можно будет объект попросить? Если зачем тебе он? Удали его. Чё? Мусор Триня. Мусор Триня. Лучше взять либо Сердце Грома, либо уже чашку бычку. Не, ему надо будет, у него, потому что яйцо мальное. У меня бэкап хосты жесткие. Ну и что? Типа... О, объект брать, это все равно помойка. Ему это как переход на тренер, Артем, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, это лучше другое. Лучше играть с недокапом хосты, чем с объектом в руке. Открой его трини, посмотри, что там за трини вторая. Я не вижу, где ну, там. Что вы там, долго еще? Мы готовы. Да, вот. Да не, если у него прям вообще нихуя нет, то пускай берет этот объект, но объект вообще мусор триня. Так, че, чип, кого танчишь? Прожуй, блядь. Как всегда, с хуем во рту сидит, блядь. Ничего не меняется, нахуй. Слизней танчу, слизней. Слизней. Святос. То ли вылет, то ли релок. Ну, Святос это призван, он написал, что у него интернет умер. А, ну если что, чё-то бы. Нормально убьем. Да погнали. Так, Свят. Что там, вагонная релли будет? Член вашей гильдии будет... Сейчас запиздить.
неподтвержденного места, короче. Член нашей гильдии, запомнили? Как же я? Ты не член. Дайте Геру, что ли. Не падло просто когда объебывать. Я понял. Да, не диспельте в обычке, я бы туда не. Я меч хочу бегать. Ребята, зачем вы на рейнджере стоите? А я не знаю, у меня привычка с Герой просто на рейнджере. Понятно. Ну, а мне стрелять с миллизона неудобно, я уже лучше побегаю, пострадаю. Потренируюсь. Ой, да выкинуло, что ли? А что там, Глеб, сегодня дамажить будет? Ну, что ты хочешь, когда ты слизняка крутишь? И когда да меня... Я соло-таргет бью вообще. Так у тебя все равно лужа. А у тебя нет, АУЕшная. Да? Нет. А паляющий свет типа не считается, а да? Я не буду его юзать, ну нахуя. Тут типа без одна цель. У тебя так же самые скиллы АУЕшные, блять, как... Нет. Ты ошибаешься. Угу. Они становятся АУЕшными, если я жму печать. А в Т4 ретрике у тебя две лужи, но которые хуярят. В любом случае. Вне зависимости от, типа, там, на печати. Так что, хизы. Так что, мы профов 27 будем бить? Наверное. Ну, я на ханте потаунчить могу, если надо. Ты так я хоть видишь? Конечно. Мама, сколько мне еще надо пропустить КД, чтобы ты меня начал придамаживать? Ну, когда ты 5 одену. А, говорит, опаляющий, я езать не буду. Ну, сейчас я типа решил, ну, попробовать. Ну, я хер знает. Ну, типа, тут одна цель, тут в этом смысле нет. Взрыв! Бежим, нахуй! Ебать, жаль. На, нахуй! Минус бичи, бля. Минус бичи, получается. Сори, глыба не контрится. Ну, в слизнюка там 300к, блядь, набил, блядь, сидит такой. Не, ну, подожди, нахуй. Давай так, будем честны. На тухлопузе я таки... Стелси, вставалка, Мэтфокс, рейсы, пати... Пятая пати... Тебе рекаунт за ханыч скинуть? Не, он про меня. А, не про меня. Ну, стоял, давай. Иннеров, блядь. Я же узнаю, ты диспейл, нахуй, я, блядь, просто... Пиздец. Кирус, рейсы, пятая пати, хапал еще раз. Гляпа, ты что, умер? Не. А как я, ну, как это, вот, я не знаю, у меня Вилани нанес 19.8, я 23.3. Я не знаю, что тебе там, что ты там считает, блядь, Глеб, но ты меньше меня на этот урон. Ну да, сейчас. Ты про да. Что? Ты про тухлика? Да, нет, про гниломода. Так сейчас забей, блядь. Я не бью сейчас. А на тухлике, кстати, тоже ты там, по-моему, не выше меня был. Блядь, типа. Выше Заломаныч. Че нахуй? Заломаныч, ты там как жив? Тебе могу скинуть, а, где не выше. Да, где блядь, объект? Разница, блядь. Сука, в 100 тысяч, блядь, в 100 нахуй. Какие 100? Да я не с тобой. А, вы заебали, блядь, потом у нас ревнуетесь, блядь, между всеми как будто. Нет, у нас свое. Свое? Плач, надо кому-нибудь? Свое пати. Ну, если никому не надо, закинь потеряшки. Лучше, чем ничего. Да и пофиг. Я там... Ампетхаст. Глеб, все какое-то неправильное ДПС. А, или... Это тухлик. Это тухлик. Я на распил беру вот эту хуйню. На тухлике, наоборот, больше всего. Должен быть. Не, ну, блядь, ты там вообще, кстати, под тридцатку бурстанул, ебать. Ты там вообще, кстати, куда разогнался, Тёма? Я решил нажать кнопки, а не пить пиво. Нет. А ты не боешка вот эти латы? Боешка. Ролим. А что мне вот обмен кидают, не понял. Да, обмен. Блять, на. Там слышали сейчас Заломаныч? Подожди, а сколько оно стоит? Да, ну, да. 1010, думаю, стоит. Может не отдавать?
А кто боешь, ты разбазаривает? Да я не глянул, что это... Детдом отдам тогда. Нихуя. Бля, прикинь, если б я ее уже распылил, блядь. Да-да, распылил бы ты ее. Диман. Ты это записываешь-то, да? Не-не, это не. Че, блядь, снимай-то? Да нахуй я это снимаю? Че, рофильная ссылка, ты что? Это вообще попал бы в топы. Да, действительно, блядь. А, знаешь, это как-то... надо будет сделать нарезку, блядь, с флеймов Вайда, нахуй, и сделать видос охуенный, блядь. Там нормально можно будет, блядь, видосик запилить. Блядь, я вас выебу, нахуй. Бля, вы чё, сумасбродные ДДшники? Я сказал, когда он начнет их хуесосить, они закроют нормально. Сумасбродный. Так оно и получили. А ты не слышал это, Тём? Нет, но я представляю. Да ебать. Мама, ставь рыбу. Там что-то они на леди сидят такой, блядь, сукин ты сын, нахуй ты дух, охлопаешь. Плут убейте, блядь, заебали. Бичи чип, ты в этой в кукле. Лёха, нет, водишь. Свято в кукле. Свято в кукле. А, Свято? Он кого сделает? Я уже пулька свякнулся, ещё потом он чё. Ната не мор. Если чё, смотрите, эрдрушника нету, будет без первого плевка. А Юля? Там хватает всё нормально. Юля в ДД. Не надо выпивать полностью лужу одну. Да, ты просто держи на грани ее, а когда появятся еще две лужи, ты вот эту лужу предыдущую выпивай полностью и пей полностью. Там это лапку обновите, не на всех висит. Хотя, ты готов, слышишь? Садитесь, рыбу хавайте, давай призм пей. Тут он мне пишет. Так а настакивать кто ему будет толк, что он сидит сам? После твоих шуток не то, что в топы залететь можно и в банк. Давайте, погнали бить. Сейчас лужа. Полетели он в РДД. Проводили. Иди, кто такой пишет? Не буду говорить. Какая-то останется в секрете. Мне уже стало очень интересно. Заинтриговал, да? Вообще пиздец. Ну, так нахуй. А в зеленого. Я же тебе сказал, плевка первого не будет, нахуй. Второй должен быть. Потому что он первый раз в кукле, нахуй. И эрдру у нас нет. А, вон. Захир. Переводим профа. А там типа без эрдру не хватает ради? Ну да, там нужно либо лужа, либо эрдру. Хватает, если уметь. Хватает. Я делал без эрдру. Нет, мне кажется. Это по ДПС. Блять, ты. Ты мне будешь рассказывать, я менее. Без эрдру это делал. Просто тоже я когда сидел в кукле, мне хватало без эрдру, но я плевал не в слизня, а в это. Магнес, блять, и ДЦ. Хорош пельменил. Да, блять, кукла помешала увидеть. Ага. Красный выходит. Готов плевок красного. В рейбеги сыграли в красном. Берегитесь. Пельмени. Лужу пей. Я же тебе сказал, твоя задача сначала лужу, потом плевок, чтобы был. Играем в зеленого. Призм квест свято все делает, да, или что? Да, в зеленого играем. ДБМ, отойдите от кол. Ой, Леха, классно поставил колбу прям с зеленого. Да и ДБМ наебал. Берегитесь. Теперь не буду ему верить. Пизди, да, как дышит? А дышит он много. Здесь что Троцкий, блядь.
3 секунды до холба. 3 секунды до холба. А их нет, блядь. Кого? Красный выходит. Вон они. Ну, только сейчас поставил, блядь. Обанаюсь. Господи, ломайте его полностью, ёбушки воробушки. Что, у вас БР-то есть, нету? Нету, нет. А, все. Понятно. Сыграли. Химический кол был 8 секунд. Наебонно. Зеленый, зеленый, сыграли в зеленом. Ебать, почему мне так везет? Слизень, лужа и пельмени в меня летят. Лужу пей, лужу пей. Но чё там, ШМ зарядил на? Заряжай мне уже. О, грань. Но он должен стоянки. Плюй в профа. Какой плюй, блядь, сиди молча, нахуй. Туда его. У нас красная вышла, мы перевели. Ладно. А, да? Часто сразу красную ебашим, и все. Не успел он плюнуть. Обидно. Ну, что-то типа Геры будет? Ну да. Да, Геру надо сейчас под красную. Так, кстати, хз. Давай, красного на меня, нахуй. Да, Виланя, беги, беги, беги! Не ори ты, не ори! А мы его не успеем разъебать за твои тапки. Берегитесь. Бэт, мне еще, блин. Бэт. А он не спасает. Он съебет. Он сейчас сменит. Все, не сменит. Так, готовься таунтить. Забирай вообще репич. Кое забирай репичи, блин. Ну с ханта возьмите. Забери, забери, а нахуй, с Лёхи. 400. Битвокс вылетит. Я-то не в этом, блядь. Вы чё? Готовься, таунти. Да. Потунти-то потунчу, а чтобы это прям забирать полностью не... Опа, Лёх, забирай обратно его. Забирай обратно, у меня сейчас прихоронили. Да куда там стаков ёбануть, мапа? А мы же хилов. 12к летит, нахуй, по рыбе. Вы ёбнули, там, что вы делаете? Хилы сдохли. А я понял, блядь. А как... Пиздец, блядь. Я хуею. Эх. Если бы не лагал. Я-то в ДД спекнулся. Какой нахуй, блин? Танк. Потому что я не в танке. Ты чё, дурак? Ой, нафига? ДПС реально. Нафига? В одного же танка убьём, правильно? Чё, извиняюсь. Если стаки вы вовремя будете воровать... То тогда да, так нет. Извиняюсь, это мой косяк. Я забыл на ханте переставить ДБМ. Сейчас буду воровать. Не перегибайте, в одного танка не пойдёт, блядь. Любой милик может промазать таунтом, у него нету символа на таунт, а надо 17% меткости, любой, блядь, может промахнуться им. Вы сейчас, блядь, нахуярите опять 4 стака и будет 12к по рейду ебашить. Хилы умерли, потому что ебанаты, блядь, с одним танком бьют. Все правильно. Здесь вам не овергирный рейд, блядь, зашли половину на бичей, блядь. И вы хотите, блядь, в одного танка делать? Вы чё, ёбнулись? Бля, вайпы в 25 обычки целка. Больше им требует. Это удал волонер мне в жопу. Причём не той стороной слова, где рукоятка. А там, где пошире, где потолще. Там, где поплотнее. Профа ухожу. Че там, кулачок можно? Хуя, загуляли. Ну, мне идти надо. Зачем? Все, получается, 300 кп, залив средний. На шашлыки зовут, поэтому... Нихуя. Поэтому тогда 600 кп.
Пропускать я такое нельзя, блядь. Ну чё, нахуй. Какие, блядь, шашлы, нахуй, в середине недели. Сегодня, ну, среда, блядь, ты чё? Мужики, это вы там работаете, а у меня война в стране, никто нихуя не работает. Они там, блядь, шашлыки едят. Вот тебя одного, нахуй, так что... Голубей цепляют, да, потом их и на мангал. И на гриль. Я сказал, блядь, идите все ко мне, нахуй, и сейчас будем все делать, нахуй. Только вы, только с вас мясо бухло, блядь, а с меня место и мангал, нахуй. А с тебя патроны. А с меня 18 кдпс. Ну так, а и чё? Сейчас пасифея приби. Так-то я на профе топ 2, блядь. Не надо тут. Ну чё, призван, разобрался? Только с этими служами побыстрее. А чё, мы без пасифея не убьём, что ли? Ебать, а ничего, что это дпс? И нихуёвый ДПС. Она уже в цитадели где-то бежит. Да, и плюс к тому же таунт. Ну ладно. Мне кажется, нам нужен шестой хил. Восьмой. Прыгай на шама, прыгай на приста. Ну, за... только за 1000 голды. У нас просто волонир не работает. Ага, волонир чилит, блядь. Зря волониры просто туда собираем, нахуй-то. Не реализовывается нихуя, блядь. Это вот понятно, блядь. На простых людях, ебать, это вот наживляются. Танка, шмоти не надо куклу. Кто тебе такое сказал? ДД, шмоти... Надевали, наверное, раньше, чтобы не задохнуть, типа, на всякий. Ты чё, надо просто плотнее быть. Можно уже? Ой, блядь. Ебать его в рот. Ну, серьёзно, любое освоение профаблит, воспитёк. Угу. Пристабав, можно ещё раз? Чё, посея прибежала? У нас же освоение профа. Мы, блядь, за полтора часа так, убили два бунта. Пей. Ой, да пинг большой, говорит. Я думаю, он врет. Пиздоболь. Когда-нибудь вы спулите по отсчету. Но это будет совсем другая история. Тебе что сделать? Я на работу хочу заплатить. Лужи полетели. Лёха, видишь? Блять, быстро ведёшься, конечно. Не догоняешь? Ну да. Да, тормоз... он в ротации, блять, там сидит. Не. Запутался. Кстати, не. Ну, поставил на этот, на QE, и чё-то, ну, попроще стало. Как, да, сюда говорят, типа, в трёх состах запутался, так вот Глеб в трёх жагах запутался. Если ты запутаешься своими мелями, блять. Объебываешься. Тут невозможно запутаться. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Да. Лёха перевели. Лёха, сейчас... Сразу сейчас пельмени, потом вторые будут пельмени. И в стенку выйти. Ёбнешь? Ты головой, что ли? Ну, как-то в этот раз... Профа, головой, да, он там колбы скинет. Ну, в этот раз как-то получше идёт. Проф. Пельмени раз. Да ёбаный тебя в рот, блядь. Здесь я постою. Точно, я считаю. Вот, пишет, короче, 8 секунд. Ждём. ДЦ, блядь, ты можешь не ловить? Или... Раньше были, но... Охуенно, таймер кол, блядь. Ну... Лучший просто. Ёбаный экстем. Согласен. Не важно, что происходит, но ёбаный экстем. Просто мудак ёбаный. Согласен. Так, там рыжий появился, свич. Пельмени не ловят. В пизду, блядь. Ой, Заломаныч, блядь, Магнес, нахуй. ДЦ, вы будете сегодня пельмени не ловить? Да я один пельмень поймал, бичи, и то блядь. Случайно. Закрой рот, нахуй, ты в трёх жарах, блядь. Тебе вообще не простить. А чё, мне тут сразу? Бич. Что, мне-то не простить? Да, кстати, мне тут сказали, что сапроты не работают на М-порусе в ПС, так что лежать... Сказал, а вот, и сказали, что не работает. Это инфа из первых рук. А ты пору? XM в ПМ написал. XM в ПМ написал. Так что я могу на ДЦ не пить больше сапроты. Хотя их так не пить, да? Ну, не знаю. Да, а дамаг почему меньше сапротами проходит, а? Тебе кажется. Это другое. Не, на самом деле, Гош, нихуя. Типа, я если бы был бы там... Пельмени полетели. Почему же ты там уже массакру на тьму не жил? Я бы вздыхал бы там.
Стелсы, блядь. Потому что забываем. Мэтфок, Тиллер в бидона, да, и Кир. И в красного свит. Чё там призван, это, грань заюзал? Где дебаф должен быть, дебаф ты твой. Давай пей, пей быстрее, там скоро порохва переведу. Чё там, сотка раги есть у тебя, скажи мне? Нету, 65 у него только. Стоп ДПС. Стопните, стопните! Там сейчас доты дотикают. Уже дотикали. Не так сильно будет. Перевели. Перевели. Друзья надо. Ну, минус квест. Ладно, добиваем. Потеряшка, давай будешь что учить. Окей. Берегитесь. Рано забирать. Если что, буду заранее стрелять. Забирай, забирай. Вот я сейчас дохуя. Давай там. В центре колбы аккуратно. Они взорвутся, отойдите. Там он тит. Берегитесь. Поздно был. Поздно, поздно. Ну, потому что когда я сказал, никто не таунтил, а после этого таунтили. Таунт. Нахуя ты забираешь, блядь? Надо. Один таунт. Лучше харе рейд саботировать, заебал нахуй. Хули саботирую, блин, нормально все. Прикол в том, что мы закрываемся. Сам 2, 1. Кто... Быстро профа провели. Даю победный шоу, короче. Там был лишний. Вот он, колба. О, колба. Держите говно колба. Нахуй, блядь, пиздец. Заберу потестить. Кого, колбу? Да, да. На черный там день. Там осколок, кстати, выпал. Netflix GC. Так, все, всем давайте, я пошел шашлыки жрать. Давай, иди жри. Че ты подавился? Нормально. Ты прожелательная гильда. Добрый просто вообще. Колба надо кому? Мне, дайте мне. Ну, соберу по концу. Какой тебе колба, а? Ну, успокойся. Так, ну там... Правую и левую обычную. Да, Дартис у него ретрик мейн, так что эволов... Колба не дамажит, колба не дамажит, колба не дамажит. Да, с Геры заберет.